А вот, ваш, да? Ваш автомобиль. Скажите, а как это произошло? Ну, я не помню, я стоял на него. То есть вопрос выгодить? Давайте, водительское страховой полис. Это вот МЧСники вытаскивали? Да, да. Ну, вообще на Баку лежал. На Баку лежал? Да, я привезли. Они, получается, поворачивали его, поворачивали. А вы свидетели, то есть вы видели все это, да? Ну, мы сидели в машине, в МАЗе. Ага, ага. Слышали просто. И получается, то есть как было вот вообще все это происходило? А, мы не слышали, мы слышали только слышали, тормоза и хлопок. Но... Я голову поворачиваю, смотрю, вот это, побежал, его поймали. А, то есть он выбежал еще из машины, да, и побежал? Да, то есть он даже не оказал никакой там помощи, не вызывал ничего? Нет, он то есть он просто он посмотрел. Он один ехал, да? Да, один. То ли глушенный. Я не сижу, вообще. Я пешком шел, отрезал, все, поймали. Да? Да. А кто его поймал? Да там ребята. Ребята, да? Жуки выбежали. Молодцы. А нет их сейчас, да? Уехали. Что смотришь? Заебись, улыбка на лице. Машина, да, где-то управление, да? Фуры, да, корочки, ага. Блядь, достали его. Не знаю, за что что-то. Оторвал, блин, там рацию. Да? О, идиотик. На чем он был? Это этого пьяного водителя. Ничего не случилось, да? Все нормально? Я четко накосячил. Ты четко накосячил. Это, мне кажется, это так мягко сказал, четко накосячил. А, ты не знаешь просто что? Не объяснить никак. А ты что, не помнишь? В этом состоянии вот ты сел за руль. На какой хрен вообще? Баран. Что? Да. Твой паспорт? А почему я должен знать, где он? Ты брал он. А почему ко мне такой вопрос? Нет, подожди, ты вроде главный. А, даже так? Да. Смотри, куда бежит, куда это он идет? Ну, посади. Ну-ка, сядь. Нет, ты вроде главный. Ты в чем главный? Ты активист. Ты хочешь что знать, ты мне скажи. Подожди, ты вроде как это, активист вот это всех вот, движения вот этого. Ты лучше давай... Ты говоришь это, как ты сказал? Паспорт. Не трогай. Да, никто не трогает. У меня это не слился. Давай, все, спокойно. Тебя оформляют. А ты активист. Нет, слышь, активист. Правое движение. Ты правый сектор или кто-то там? Левый сектор. Лёх, давай, сейчас продувай жизнь, потом едем в больничку.
Не, больничку едем сразу. Здесь обязательно. Не, больничку едем сразу, пацаны. То есть... Больничку едем сразу. Здесь ты отказываешься, больницы, да? Больницы будем продувать как следует. А тут что, хули вы мне? И здесь, и в больничку мы тебя направляем. Не, в больничку, здесь. Пацаны. Только в больницу. Только в больницу. А почему здесь отказываешься? А ты не знаешь правила. Правила? Чуть не хочешь. Я-то их знаю. Ну поехали к доктору. Поехали к доктору. Ну что? А у меня за другого прибыл. Акт отстранения от ДТП. Давайте по второй. Так, Алексей Владимирович. Предлагаю обратиться на свидетельство здесь, на месте. Согласны? К доктору поехали. Здесь, брату. Здесь вы отказываетесь? Брату, к доктору. Здесь вы будете? В автомобиль к доктору. Здесь будете? Ответьте на вопрос. Не буду. Понятно, слышишь? Алексей? Да. Ну что, и у доктора я подписываю. Смелый. Не надо, ругаться. Смелый. Давай, садись. Блядь, я тебя встречу, друг. Да-да-да. Ой, поверь, мы встретимся. Поверь. С камеры ты видал, нахуй, с камеры какой-то. Мы с тобой встретимся, не волнуйся. Даже без твоего особого желания. Кадры запомнил. Чего? Кадры запомнил. Адрес твой? Да. Конечно. Сигнал. Адрес. Адрес от Рейгана. Запомни, пожалуйста. Ага. Да. Телевизор, а как тебя зовут, а? Какая разница? Не, ну ты хочешь мне познакомиться? Объясни, как тебя зовут, а, Гусёк? Чего? А? Как тебя зовут? Тебя как зовут? Гусман, как тебя зовут, а? Блин, корреспондент, ёпт. Ты мне объясни, как тебя зовут, а? Ты корреспондент, ёпт. Я просто узнаю, как тебя зовут, а? А, Гусман, тебе нужно, как меня зовут? Как тебя зовут, я мне скажу? Да ты давай не груби, ты сиди спокойненько. Не груби. Знаешь... Спокойненько. Спокойненько. Да. Я просто хочу узнать, кто ты есть такой. Не мешай мне. Да узнаешь ты всему свое время, поверь мне. Знаю, я завтра узнаю. Поверь мне. Да ты уже сейчас можешь узнать. Я завтра узнаю, кто ты есть такой. Это хорошо. Да нет, там рыльца твой нравится. Такое. Синкол, я такой рыльца, мне нравится. Я же говорю, ты все узнаешь, у тебя все будет, даже мой адрес будет, представляешь? Все в материалах дела, ты всегда сможешь ко мне в гости приехать. Что-что? Вадим Юрьевич Понятузин, да? Да, так я же специально, чтобы ты знал. Я попить сможешь, попить, сейчас второй спектр придет, сможешь не попить. Стакан могу попить, стакан. У тебя все будет. Так что не кипишуй, сиди спокойно, отрезвишь, потом мы поговорим, если захочешь, конечно. Все отлично. Все, да. Все, давайте, удачи. Блин, свидания. И задержать его не задержим, чтобы хотя бы ему там магнитом правильно. Задержим, мы его сейчас просто отвозим, он еще совершил два скрытых ДТП. Вот там просто вопрос, да? Еще достаточно доказательств того, что он, именно его автомобиль был. Если да... А далеко это вообще? Не могу сказать, ребята вроде поехали оформлять, две машины где-то там, надеюсь. То есть он уже ударил, дальше продолжил движение, непосредственно? Да, и потом уже здесь произошло ДТП, до этого у него еще был ДТП. Вроде как, показаний свидетелей достаточно, чтобы была именно эта машина. Пока не знаю, сейчас мы сначала с этим разберемся, а потом уже... Хорошо, все, удачи, давайте. Все счастливо. До свидания. Давай, все, счастливо, дружок. Давай, брат.
Давай, давай тебе, удачи.